Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион 12». В студии Виталий Рыжков. В Мариэл отменен чрезвычайный режим, который был введен на территории республики с 22 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС. Между тем, несмотря на то, что весна в окно стучится, зима еще позлится. В воскресенье, по прогнозу гидрометцентра республики, вновь ожидаем ухудшения погоды. А именно облачности и снегопадов при дневной температуре -7, -9. В середине следующей недели европейский антициклон вновь вернет нам ощущение весны. Ближе к первым дням апреля республика окажется в теплом секторе обширного циклона, который придет к нам с юга. Показания термометров в дневные часы выйдут в уверенный плюс, и только по ночам пока еще сохранится слабый мороз. Так что ждем наступления полноценной весны уже через неделю. День земли, день воды. Вторая половина марта изобилует датами, напоминающими нам о природных ресурсах и обращающими внимание на важность их бережного рационального использования. В Мариэл основным природным богатством традиционно является лес. После пожаров 2010 года особое внимание к теме лесовосстановления и ликвидации чрезвычайной ситуации с высыханием ельников. Право называться лесным регионом Мариэл не утратило. Лесами у нас занято 54% территории. Распоряжение лесным богатством в нашей республике осуществляется преимущественно в форме аренды. 85% лесов у нас переданы в аренду. Это значит, что все работы, связанные в лесу, на арендованных территориях, работы по охране, защите, воспроизводству лесов проводятся арендаторами. Арендаторами проводятся такие виды работ, как охрана лесов от пожаров, проведение профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров, работы, связанные с воспроизводством лесов, это посадка леса, это уход за лесом, проведение различных работ по подготовке почвы, выращивание посадочного материала и ряд других работ. Именно арендаторы несут сейчас основную нагрузку, связанную с ликвидацией последствий пожаров 2010 года. Работы на горельниках, по сути, длились 3 года. Лесные пожары у нас прошли в 2010 году на площади около 72 тысяч гектаров. Из них 40, то есть 30 тысяч гектаров требует сплошной расчистки. Из 30 тысяч гектаров сегодня расчищено около 10 тысяч гектаров, то есть около 30%. Это объем, значит, небольшой, но нужно сказать, вот из 30 тысяч гектаров у нас вот для восстановления, искусственного лесовосстановления лесов остается около 3400 гектаров. Это примерно на 3 года работы. Планы лесовосстановления на этот год уже практически готовы. Объем лесопосадок там, где предложен метод искусственного возобновления, остается неизменным. Эти объемы работ арендаторами в этом году будут проведены примерно 1500 гектаров. И примерно такой же объем работы будет проведен тоже силами арендаторов путем проведения работ содействия естественному возобновлению. Или другими путями это содействие естественному возобновлению обозначает использование самих сил природы для дальнейшего восстановления лесов. Вот. В общем итоге получается у нас мы эту работу проводим в объеме 3000 гектаров. Прошлогодняя чрезвычайная ситуация, связанная с усыханием ельников, серьезно повлияла на масштабы лесозаготовок. Хозяйственная деятельность, направленная на освоение лесных массивов, находящихся в зоне усыхания, стала интенсивнее на 50%. В республике у нас усохло около 800 тысяч кубометров леса. Вот если мы ежегодно вырубаем 1 700 000 кубометров, то 800 тысяч примерно 50% годового объема лесов. Естественно, напрашивается вопрос, как в данной ситуации повлияет на общий объем заготовки леса. Сейчас, по данным Минлесхоза, заготовлено почти 80% всех усыхающих ельников. Чрезвычайные лесозаготовки, по словам Ивана Турецких, не повлияют на объем плановых вырубок. В пострадавших северо-восточных районах республики, впрочем, заготовки уменьшатся, причем значительно. Повлияет ситуация с еловыми лесами и на планы лесовосстановления. В ближайшие годы ежегодная площадь лесопосадок может возрасти на 500 гектаров. Что касается статуса чрезвычайной ситуации, то решение о ее продлении либо завершении еще не принято. Вероятно, для окончательных выводов специалистам лесного хозяйства потребуется ждать наступления тепла.
Станет ли имя республики туристическим брендом? Шансы есть. Очередная ежегодная международная туристическая выставка «Интурмаркет-2013», прошедшая недавно в Москве, собрала более 1400 участников из 143 стран и регионов мира. На выставке свой стенд второй год подряд представляют и регионы Поволжья. Делегация от Мариэл 15 человек. Начало многообещающее. Коллективу из нашей республики доверили открыть концертную программу. На выставках такого масштаба вообще главное не затеряться. Под единым брендом «Великая Волга» свой туристический потенциал еще в прошлом году объединили сразу 11 регионов России, в том числе и Мариэл. До сих пор это соглашение является самым масштабным межрегиональным туристическим проектом на территории всей страны. Многим регионам Поволжья, включая Мариэл, конечно, в этом году непросто. Универсиада в Казани привлекает массу внимания со стороны не только спортсменов, но и туристов, российских и иностранных. Впрочем, у нашей республики есть свои находки. А в этом году Республика Мариэл представляла фестиваль «Летние сезоны», проводимый театром оперы и балета имени Эрика Сапаева. Мы изначально в своей презентации представили нашу набережную, что именно вдохновило наших режиссеров на проведение данного фестиваля, так как фестиваль молодой и проводится в республике с 2011 года. Официальным началом фестиваля в этом году станет открытие в Вишкар-Оле нового театра оперы и балета. Оно запланировано на май. После сразу три постановки, причем две из них – это опера «Царская невеста» и балет «Майская ночь под открытым небом» – должны стать одними из ярких культурных событий в Поволжье. Труппа в состоянии освоить это пространство и с радостью будет дарить праздник нашим театралам, и не только нашим, потому что сегодня активно ведется раскрутка нашего фестиваля «Летние сезоны» как туристическое направление. Кроме того, уже в июне этого года при поддержке Федерального агентства по туризму планируется проведение первого международного автокаравана «Великая Волга». Стартует автопробег в Москве. Его участники проедут вдоль берегов Великой Русской реки, не обойдя стороной нашу республику. Именно автотуризм и стал основной темой стенда регионов Поволжья на выставке «Интурмаркет-2013». В рамках выставки «Интурмаркет» проводится масса семинаров, масса совещаний. Было проведено всероссийское совещание по туризму. То есть достаточно интересно. Это мы устанавливаем новые связи, новые знакомства, делимся опытом. То есть «Интурмаркет» – очень нужная выставка. И для нас тем более, потому что идет продвижение бренда Республики Мариэл как бренда. То есть мы знакомимся, мы рассказываем о себе. В республику надо ехать, нас надо смотреть. Тем более есть что посмотреть. Из ближайших планов Комитета по туризму в Мариэл провести мониторинг фирм, занимающихся внутренним туризмом, а также оценить потенциал гостевых домиков, сельских усадеб. Кроме того, уже в августе в республике планируется проведение межрегионального форума «Этнотуризм как фактор развития малых городов». Основными площадками станут Йошкар-Ола и Козьмодемьянск. А в начале лета с целью развития детского туризма в Кировской области пройдет фестиваль «Всемирные сказочные игры», где должен появиться и сказочный герой, символ нашей республики, ростовая кукла Ёшкин кот. Большая работа ожидается по подготовке ежегодного праздника Пеледыш-Пайрем. Нынче ему 90 лет. От уровня проведения всех этих событий во многом зависит, захотят ли гости приехать в нашу республику вновь. К слову, в прошлом году Мариэл посетила около 250 тысяч туристов. План на этот год привлечь не меньше 300 тысяч. Только в этом случае туризм может стать неплохим источником доходов как для отдельных районов, так и в целом для бюджета республики. Что пьем? Социально-гигиенический мониторинг, проводимый Роспотребнадзором по Мариэл, показал, что качество воды в централизованных источниках за год несколько ухудшилось. Зато питьевая вода в колодцах стала немного лучше. Основная причина несоответствия питьевой воды в Мариэл гигиеническим нормам – высокое содержание железа и общая жесткость, связанная с высоким содержанием минеральных веществ. В улучшении качества питьевой воды нуждаются 36 населенных пунктов республики. И уже есть показательные примеры, удовлетворяющие требовательных специалистов Роспотребнадзора. На сегодня у нас есть, значит, два показательных примера по итогам прошлого года, когда у нас было установлено в поселке Илеть обезжелезывающая установка, которая довела именно качество, вот, содержание природного железа до нормативов, и в поселке Аэропорт. Конечно, у нас еще таких населенных пунктов достаточно много. Если говорить
вот этих характеристиках, да, показателях качества, то я бы хотела сказать, что наш регион достаточно хорошо смотрится на, в разрезе субъектов Приволжского федерального округа. Мы на сегодня имеем критерии обеспеченности доброкачественной питьевой водой нашего населения на уровне 93,1%. Все-таки я вижу еще и перспективу в будущем, что до конца этого года этот показатель у нас будет достаточно высоким. Сейчас в Мариэл централизованным водоснабжением обеспечены более 2/3 населения. Впрочем, и колодцами пользуются еще значительное число жителей. Около 9% населения республики – это 855 населенных пунктов. Убирать с витрин алкогольные напитки, тем более в вечернее и ночное время, значит терять как минимум половину выручки. Именно такой ответ чаще всего получают сотрудники полиции на вопрос предпринимателям, нарушающим правила продажи алкоголя. С начала года только в Йошкар-Оле выявлено более 50 фактов несанкционированной торговли спиртным. Изменилась структура правонарушений. То есть если до января, вот в начале января, эти были очень распространены были нарушения, как раз связанные с ночной продажей алкоголя. То есть это было практически повсеместно, как будто продавцы, собственно говоря, и не знали об этих вступивших изменениях. То в настоящее время, конечно, такие факты сократились буквально там раза в два. И в настоящее время появляются новые способы реализации алкогольной продукции. Это нами было причинено в период этой операции такой факт, когда клиенту на дом по предварительной телефонной договоренности привозят дорогой алкоголь. Дабы уйти от буквы закона, предприниматели идут на самые разные ухищрения. Вот один из примеров. Напомню, изменения в антиалкогольный закон вступили в силу с начала года, запретив розничную продажу любого алкоголя, включая хмельные напитки, с 11 вечера до 8 утра. В шаге от полуфинала. Волжские хоккеисты накануне одержали очередную победу в 1/4 финала плей-офф высшей хоккейной лиги. Игроки тюменского «Рубина» в этот раз были повержены со счетом 5-4. Таким образом, в серии до 4 побед орядовцы ведут со счетом 3-1. До выхода в полуфинал осталось сделать один шаг – одержать еще одну победу. Следующая игра «Ариада» и «Рубина» в Тюмени в ближайшее воскресенье. Затянувшейся зиме, пожалуй, рады сейчас только моржи, любители холода и лыжники. Ведь с продолжением снежного сезона есть возможность как можно дольше заниматься своим любимым делом. Свои тренировки продолжают и профессиональные спортсмены, воспитанники спортивной школы. В рубрике «Счет по игре» очередной рассказ о «Сдюшор», на этот раз школе Олимпийского резерва по лыжным гонкам. Лыжный спорт в Лыжной Республике всегда был на передовой спортивного движения «Мариэл». Но нельзя не констатировать, что основные успехи наших лыжников все-таки в прошлом. Сегодня призовые места на первенствах России все-таки больше редкость. Вот уже много лет в республике работает спортивная школа. Ныне школа Олимпийского резерва. Базируется она в пригороде Йошкар-Олы, в живописном месте, на учебно-тренировочной базе корта. Это «Счет по игре» – еженедельная рубрика на телеканале «Регион-12». Рубрика о спортивных школах и юных спортсменах Республики Мариэл. И наш сегодняшний рассказ о «Сдюшор» по лыжным гонкам. Школа по лыжным гонкам – одна из старейших Мариэл. Образована она была полвека назад. С 87 года работает в качестве спортивной школы Олимпийского резерва. В «Сдюшор» более 300 обучающихся. В районах Республики есть 5 отделений. С ребятами занимаются 13 тренеров-преподавателей. Спортивную школу принимаем на обучение, как правило, ребят с 9 лет и ограничений возраста нет. Мы отбираем ребят здоровых, имеющих медицинский допуск, желание заниматься и, конечно, желание родителей. Спортсмены должны быть здоровыми. По комплекции приветствуются среднего телосложения, небольшого роста, небольшой массы тела, а также умеренно развитой мускулатурой и относительно подвижные. Также повышается чувство равновесия за счет тренировки вестибулярного аппарата. Гармонично развивается опорно-двигательный аппарат. За полувековую историю школы в ее стенах были воспитаны 5 мастеров спорта Советского Союза, более 30 мастеров спорта России. Есть мастер спорта международного класса. Это Валерий Исаев, чемпионка мира и призер Олимпийских игр Нина Рочева. По понятным причинам, сейчас наши лыжники на мировой арене блистают не так, как раньше. Но не без надежд на будущее. Одна из таких надежд – Дмитрий Чекулаев. У меня папа сам лыжник тоже. Занимался очень сильно и выступал
на первенстве СССР, тогда еще было, тоже неплохо выступал. Вот. И я пошел по ему следу, в общем, он меня начал уже с раннего возраста привлекать к лыжному спорту, и потихоньку и влился в коллектив лыжный наш марийский. И хорошо, в общем, сейчас на данный момент неплохие результаты показываем. Практически сразу с началом тренировок юные спортсмены начинают участвовать и в соревнованиях. Понятное дело, что поначалу это внутренние школьные соревнования, потом республиканские и так далее. А с увеличением нагрузок растет риск получения травм. Об этом, конечно, никогда не стоит забывать. Преимущественно встречаются ушибы, растяжения, повреждения суставов и связок. Реже встречаются переломы, вывихи. Также бывают обморочные состояния, общее переохлаждение, переутомление и нередки также обморожения, ну, чаще всего открытых участков тела. Наибольшее количество травм связано с недочетами в методике проведения занятий. Это прежде всего нарушение постепенности, последовательности занятий и систематичности. Впрочем, это все больше в теории. На практике подобные случаи редкость. Ребята занимаются под присмотром квалифицированных тренеров, есть специальная амуниция. Этой зимой была приобретена специальная техника для прокладки лыж, как для классического хода, так и свободного. Обучение в Дюшор, собственно, как во всех спортшколах республики, бесплатное. Дети должны развиваться физически, и в этом случае не во вред своему здоровью. И, естественно, из года в год они должны повышать свое мастерство, свои физические возможности. И в конечном итоге приходим к тому, что ребят подводим на выполнение высоких спортивных результатов. Лыжный спорт любит очень трудолюбивых. На первом месте это труд. Если трудишься, труд даром не проходит и вливается на несчаст, но потом всегда он так будет. Из нынешних звезд лыжного спорта в Мариэл можно отметить Алевтину Таныгину и Кристину Соколову. На подходе есть перспективная молодежь, об именах которых тренеры скромно умалчивают. В любом случае, отбросив большие спортивные перспективы, можно констатировать, что занятия спортом, если к ним не подходить фанатично, ну никак лишними не будут. Адрес спортивной школы по лыжным гонкам – деревня Корта, учебно-тренировочная база. Телефон для справок – 64 30 82. Но, несмотря на то, что основные успехи наших спортсменов – это день вчерашний, в день завтрашний, в спортивной школе смотрят с оптимизмом. Для тренировок есть все условия – база, инвентарь, специальная техника для прокладки современной лыжни, отвечающая требованиям дня сегодняшнего. В целом же счет по игре, как говорят в спорте. Меня зовут Константин Терехов, на телеканале «Регион 12» рубрика «Счет по игре». Рубрика о спортивных школах и юных спортсменах Республики Мариэл. До встречи через неделю. До свидания. Студентка из Мариэл Виктория Воронцова стала победительницей второго международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии-2013», завершившегося накануне вечером в Саранске. Виктория – третьекурсница факультета культуры и искусств Марийского государственного университета. В финал конкурса вышли 8 девушек, представительниц вузов, входящих в ассоциацию финно-угорских университетов. Соперницами участницы из Мариэл были девушки из Мордовии, Удмуртии, Карелии, Коми и Югры. Все они – настоящие звезды родных вузов, победительницы региональных творческих конкурсов, активистки, отличницы и просто красавицы. Конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии-2013» нельзя назвать традиционным конкурсом красоты. Его задача – рассказать о мире самобытной культуры финно-угорских народов, познакомиться с национальными нарядами и традициями. Для девушек-участниц это шанс блеснуть своими талантами, достойно представив свой регион. На следующий год конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии» пройдет в Вешкороле. А более подробный рассказ о его победительнице в ближайших выпусках телеканала «Регион 12».